Прыгнул. Вот, вот так. Я понял. Пару секунд перед чем-то не работает. Даже прыжок. Блин. Ай. На ровном месте упал, да, даже и удар тоже не работает. Вот. Именно после шипов. Пару секунд не работает ничего, ни удар, ни... Поэтому я тогда не залечился. А тебе когда он встает, ты имеешь в виду, что? Наверное. Ну вот уже несколько раз проверил. Понятно. Ну, вообще да, недолго. После шипов, я же говорю, я уже проверил. Не туда прыгнул, ё-моё. Хорошо, что нормально. В принципе, жизни есть. Но все равно не нравится подрываться мне. Да блин! Понятно, все пропустил. Да, блин, все время мимо. Ух ты, он меня не достает. Ой, достал. Вот против огромного вот этого прыгающего комара можно из стороны в сторону просто перепрыгнуть. Стоп, ударь его в землю. Да, так и думал, ничего. Что поделаешь. Mm.
Блин. Ай-яй-яй. Да что ж такое? А? Ух ты, он низко взял. Блин, на шипы. Случайно выпустил. Блин. Да блин, достают. Ай-яй-яй. Ах ты ж. Вот это то ли финал, то ли близко к финалу. Вверх опять. Лучше перестраховаться. Почему в бок не получается? Разбил один шарик. Культуй вверх. Забыл за ульт. В бок, да. Ранился, не получилось. Теорию в бок все сильнее, но на практике точно не сказал бы. Ну на практике выпасть не могу. Ну вот сейчас ты. Да блин! Понял. Все, больше не предлагаю. Настоящий профессионал. Умер. Хорош. Молодец. Все, с победой. Ты говорил середина. Не-не, я говорил вот это либо конец, либо ближе к концу. Ну, ближе к концу это середина.